Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы с вами свяжем вот такие вот носочки. Вот, разбор будет на все женские размеры, так что присоединяемся, вяжем, ничего не боимся. На двух спицах, так что никаких пяти спиц. Вот, вот такая вот красота. Так, спицы 3,5 миллиметра, девчонки, пряжа. Вот видите, у меня в двух мотках распущенная. Ну, а на носки мы такие, вот как делается в жизни, так я делаю перед вами. Значит, размеры у нас будут 35, 36, 37, 38, 39, 40, расчеты на размер. Будем рисовать вот такое вот анатомическое подобие носка. Вначале, чтобы понятно было, набираем вот такое количество петель соответственно вашему размеру. То есть первая цифра, вторая, третья соответствует вот поочередно вот этим вот размерам. Теперь набираем петли. 41 петлю я набираю, вяжу маленький размер, нога у меня маленькая, поэтому у меня 41 петля. 2, 3, 4, 5, 7, 38, 39, 40, 41. Так, забыла сказать про пряжу, девчонки. Значит, пряжа у меня в два сложения. Одна это Alize Angora Gold и одна 800 метров в 100 граммах, совсем тоненькая, как дополнительная. То есть вот так вот примерно это у меня где-то 350 метров 100 граммах, 300-350 метров 100 граммах, это если брать ориентировочно в одно сложение. Итак, первый ряд, вяжем резинку 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. Вяжу достаточно туго, девчонки, сейчас мы измеряем это в сантиметрах, чтобы вы имели представление. Так. Первый ряд я провязала, во втором ряду делаем вот такую вот манипуляцию, что не обязательно, но я бы сделала для красивого края. Вот смотрите, какой красивый у нас получается край. Значит, изнаночную петлю мы провязываем изнаночной, а лицевую петлю мы вот так вот вводим спицу за вязание и с изнаночной стороны переснимаем эту лицевую петлю и как бы переносим ее наперед и одеваем на левую спицу и провязываем. Вот такая вот она у нас получается. Изнаночную провязываем, лицевую снова. Сзади переносим вперед. Лицевая, изнаночная. И так вот до конца ряда. Так, и в конце ряда у нас одна изнаночная, изнаночная, кромочная. Вот, смотрите, какой край у нас получается красивый. Теперь мы вяжем еще два ряда резинкой 1 на 1 и перейдем потом к основному узору. По узору, то есть вяжем еще резиночку. Вяжу достаточно туго, девчонки. Если у вас вязание рыхлое, то возьмите спицы тройку, чтобы получилось туго. Так, есть 4 ряда резиночкой. Теперь переходим на основное вязание. 2 ряда мы вяжем лицевой гладью, ну то есть лицевые ряды, лицевые петли. Изнаночные ряды, изнаночные петли. Так, и теперь с третьего ряда мы начинаем вывязывать узор таким вот образом. Кромочную снимаем, и теперь из трех петель, вот три петли я взяла на спицу, мы вывязываем 3.
Одна сначала, делаем накид, держим его. И вторая, то есть лицевая, накид, лицевая. Из трех три. И так до конца ряда. Провязала я ряд вот этими 3 из 3 и последняя изнаночная. В изнаночном ряду второй изнаночный, как бы узора второй ряд, мы вяжем изнаночными петлями. Вот все эти 3 петли мы провязываем изнаночными петлями. Теперь мы вяжем 2 ряда чулочной глади, как мы вязали здесь, и снова делаем вот эти вот узор вывязываем. То есть все повторяем с первого ряда. Я сказала, конечно же, что первый ряд и второй, но на самом деле первый и второй это лицевая гладь, третий и четвертый. Вот эти 4 ряда мы повторяем. Так, итак, провязала я. 5 раз я сделала вот эти вот звездочки. Всего у меня 8 сантиметров. И теперь в ширину, девчонки, у меня 15 сантиметров. Семнадцать и пять и двадцать. Вот так вот распределены у нас сантиметры. Вот, и теперь я буду делать так. Значит, вязание мы разделяем на 2 части, вернее на 3 части. Вот здесь вот у меня вот отсюда пойдет одна вот эта косичка по центру, и пойдет вот так вот добавление, а эта часть уходит в сторону. Здесь у нас пойдут добавления, и здесь эта часть вот так вот пойдет. Ну, она ровная, а нарисовала я косую, ну на самом деле ровная. Итак, значит, вот эта часть у меня состоит из 6 вот этих жгутиков. Это значит 19 петель. 19 22 25 19 22 и 25. Здесь у нас 3, здесь мы добавляем плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 и так далее. Именно по вот этой вот линии сейчас мы все поймем. Так, есть. Значит, итак, здесь 19 петель. Одновременно вывязываю узоры, считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так, здесь я читаю. То есть у меня 6 вот этих вот как бы рапортов.
Значит, я пропишу все, чтобы было понятно. 6, 7 и 8 рапортов. 6, 7 и 8 рапортов. Здесь 1, вот 3 петли. Далее я цепляю маркер и делаю воздушную петлю. Воздушная петля у нас всегда делается вот здесь, вот в начале, после. Воздушная петля делается возле вот этой вот части, то есть сейчас вы поймете. Воздушная петля, далее провязываем 1, 2, 3 центральную вот эту вот полосу, воздушная петля, цепляем второй маркер. И далее провязываем оставшиеся 19 петель по узору. В вашем случае ваше как бы число. Так, изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями. Так, следующий лицевой ряд. Здесь мы не делаем вот эти вот звездочки, но добавляем в каждом лицевом ряду. Так, после маркера в начале, здесь уже у нас образовалась одна лицевая. Вот эти три петли мы вяжем, продолжаем вязать по узору, эту лицевую провязываем и после нее делаем воздушную петлю. То есть мы делаем у вот этой вот линии, у этих больших как бы секторов всегда добавление. Если они у нас отделены маркером, то здесь перед маркером, здесь после маркера. Вот так как я нарисовала, у нас отдельно идет вот эта полоса, вот эта полоса, вот эта. И вот так вот распределены, о господи, добавления. И продолжаем мы добавлять для каждого размера. Значит, для, соответственно, от маленького к большому 8, 10 и 12 раз. 8, 10 и 12 раз. То есть с каждой стороны. Так. Эти части не меняются, только меняется. Сейчас вы увидите, я провяжу, вы увидите. Так, вот смотрите, вот мои 8 петель чулочной глади. Эти клинья, которые я добавила, вот они, вот они. Далее, что мы делаем? У вас ваше число, это понятно. То есть и количество рядов будет отличаться, потому что на 2 ряда разница. Далее, что мы делаем? Мы вяжем неполный ряд, мы отделяем, будем отделять вот эту вот центральную часть между маркерами и вязать ее отдельно, вот этот вот язычок. Вот я провязала, сейчас оно, вот эта вот часть у меня останется не задействованной. Я буду вязать только вот эту центральную часть. У меня это 17 петель. Нет, у меня это 8, 8, 16 плюс 3. 19 петель. Так, 2, 4, 5, 6. 7, 8. Здесь продолжаем по центру вывязывать вот эту вот полосочку. 8 плюс 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Я правильно? Ну да, 19 16 и 3 19. Все правильно. Все, здесь я поворачиваюсь и вяжу только вот эти вот петли. Маркеры уже не нужны, здесь будет видно, это и эта часть у нас остаются не задействованы.
Вот, все, здесь я опять поворачиваю и вяжу вот эту вот часть. Итак, вот этот вот язычок мы вяжем 24 ряда. Далее 26 и 28, соответственно, размером. Вот здесь вот только видите, они сверху вниз, все правильно. Значит, да, теперь мы будем делать мысик, вот этот носочек. Вот эта линия у нас продолжается до конца вязания. Ну, здрасте. Значит, я прошу прощения за звуки из-за окна. Кромочная, 2 петли вместе лицевой. Мы будем делать сокращение в начале и в конце ряда. Количество рядов для каждого размера будет разным, поэтому мы ориентируемся на остаток петель. В конце ряда вот я их поворачиваю, 2 петли перед кромочной, и провязываю вместе лицевой тоже, и кромочная изнаночная. То есть в конечном итоге нам нужно, чтобы у нас осталось 11 петель для всех размеров, потому что 11 петель. Так, в каждом ряду мы вот так вот сокращаем после кромочной 2 петли вместе в начале. Ой, не забываем провязывать. И перед кромочной в конце. Так, и так вяжем, пока у нас на спицах не останется 11 петель. Итак, осталось у меня 11 петель. Всего сокращений у меня было 4. 4 петли, ой, белый сделала, 4 петли я сократила, и соответственно 4, 6, 8 сокращений вот здесь вот для каждого размера. Так, здесь у нас открытые петли, и здесь у нас открытые петли. Вот, смотрим, вот они петли, носочек. Теперь нам нужно добрать петли вот здесь и здесь, и соединить все единое вязание. Так, я спину уже уберу, она нам по сути не нужна. Значит, для этого мы берем рабочую нить и перемещаемся сюда, к концу открытых петель. Первую петлю я вот вывязываю прям из вот этой косички во избежание дырки. Вот, значит, первая петля. Вот эту смотрим, регулируем нить, чтобы нам хватило натяжения, как бы это носок, поэтому здесь никаких стягивающих эффектов у нас не должно быть. Значит, первая петля отсюда, далее из кромочных. Вторая, эту нить один раз мы оставляем внизу, один раз вверху. То есть из кромочных мы вывязываем эти петли. Восемнадцать петель для моего размера, значит, здесь плюс 18, плюс 20 и плюс 22. То же самое здесь, плюс 18, 20 и 22. Что это значит? Сейчас мы передвигаемся по вот этой вот части.
лицевыми петлями. Далее у нас вязание будет платочной вязкой, поэтому провязываем эти петли лицевыми. И теперь нам нужно набрать вот по этой стороне тут те же 18 петель. Здесь все намного проще, потому что здесь у нас нету этой нити протяжки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И 18-ю опять же отсюда, вот. Чтобы не образовывалась вот эта вот дырка, мы ее вот таким вот образом перекрываем. И теперь, значит, довязываю ряд до конца. Здесь нам нужно повторить вот последний раз этот узор, потому что он у нас здесь вот есть, поэтому он нужен нам и с этой стороны, да, чтобы все было одинаково красиво. Значит, довязываем до конца ряда узором. И далее мы переходим на платочную вязку. Вот хорошо здесь подтянуть. Я не подтянула, чтобы не было дырки. Максимально минимализировать эту дырку. 3. Все, с узором мы закончили во всех местах. Еще раз прошу прощения за вот этот вот звон пилы. Неплохо видно на таком столе. Значит, вот такая вот у нас деталь сейчас на данном этапе. И мы вяжем все петли платочной вязкой поворотными рядами. По всей вот этой вот, по всему язычку. Что могла бы я сделать для вас? Измерить. Вот его длину. Вот так. Давайте отсюда, наверное. Значит, у меня здесь 17 сантиметров. Значит, вот здесь вот длина 17 сантиметров. От начала и до конца 19 и 21 ориентировочно. По 2 сантиметра разница, потому что разница составляет 8 рядов, по сути. Ну, не углубляйтесь, это я вам так говорю. Так, вот связала я 12 рядов, девчонки, видите, лицевыми петлями. Вот так вот это выглядит сейчас. Что я не сделала, мне нужно было, что я вам рекомендую сделать, отметить вот эти оставшиеся 11 петель обязательно маркерами. Вот сейчас я попробую их разыскать. Вот она. Значит, вот вы их отметьте с самого начала, потому что потом они бывают так. Значит, если отделить, опять я возвращаюсь, если разделить вот эти 11, то здесь у нас вот эти все петли в целом, значит, должны быть, ну тут легко посчитать, да, вот у нас эти петли, значит, у нас тут 37, 42 и 47. То же самое здесь. Следим за тем, чтобы вот это количество петель 37, 42, 47 было одинаково на обеих сторонах, потому что чтобы не было смещения. И по центру 11 петель. Все. Значит, количество рядов. Вот, что еще не сказала. Количество рядов в высоту. Соответственно, размером, я просто пишу цифру, 12, 14, 16. Это количество
Вот оно у нас лицевыми петлями. Здесь у меня 12 рядов. И теперь я буду отделять, вот ее видно, вот центральную часть, которая у нас из 11 петель, и буду вязать только ее. Вот. Сейчас у нас такой вот процесс. Значит, я вяжу петли до первого маркера. Так, здесь я уже оставляю. Здесь уже все будет одинаково для всех размеров. Вяжем петли до первого маркера. Так, и теперь мы будем вязать только вот эти вот 11 петель. 1, 2, 3, 4. Ой, я неправильно отделила. Вот. Так, и так, таким вот образом. Маркеры уже нам по сути не нужны. Значит, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петлю провязываем с 12, то есть с петлей отсюда, из боковой части. Провязали лицевой, поворачиваем работу, так как пятку вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 провязываем. Далее у нас уже все будет видно, даже считать не нужно, оно все будет прекрасно видно. Так, вот она, одну петлю отсюда, одну отсюда. Вот таким вот образом мы вяжем, пока на боковых частях не сократятся все-все петельки. И не останутся только вот эти вот 11 средних. Вот таким вот образом мы продвигаемся и вяжем только вот эти вот 11 петель. Так, вот смотрите, я уже приблизилась к финишу. По одной петельке у меня осталось. Вот, и довязываем до того момента, когда останутся 11. Вот здесь уже все. И последняя по изнанке у меня. И все. Ну, не все еще. Я имею в виду с этими петлями боковыми все. Так, есть. Вот они, наши 11 петель, которые, смотрите, по пяточке теперь будут подниматься вверх. Далее они пойдут с узором. Вот сейчас еще платочной вязкой, пока у нас здесь платочная вязка, то и вяжем мы еще платочной, потом вот до момента узора. Вот так вот еще поднимаемся. Сейчас я вам покажу, как мы будем подниматься. Значит, вяжем. Опять же 10 петель. Так, теперь 11, и здесь вот смотрите, кромочную я с лицевой стороны в лицевом ряду беру за переднюю как бы стеночку кромочной, одеваю ее на левую спицу, провязываю вместе с 11 петлей. Далее в изнаночном ряду мы берем опять 11 петля кромочная, но теперь за заднюю стеночку. В изнаночном ряду за заднюю стенку, в лицевом ряду за переднюю. И вот мы так продвигаемся вверх по кромочным. Так,
5. Здесь очень внимательно, видите, зацеплены мы за вот эту кромочную. Чтобы не попасть в эту, нам нужно попасть в следующую кромочную. 11 одеваем и провязываем их вместе. То же самое здесь, не попасть вот в эту, там где мы уже были, в следующую. Так, вот смотрите, я уже поднялась по платочной вязке, да? Далее у меня идет вот здесь вот уже узор, поэтому далее мы переходим на узор. Для этого у нас поэтому 11 петель, 2 кромочные и 3 раппорта здесь, то есть 3 вот эти вот звездочки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть 3 раппорта в центре. И за кромочные мы цепляем. То есть вяжем узор, но здесь по кромочным точно так же поднимаемся, как и в платочной вязке. Изнаночные ряды здесь изнаночными петлями. Так. За кромочный, изнаночный ряд, за дальнюю. Все, продвигаемся узором вверх. Итак, дошла я до верху. Здесь у меня осталась только резинка, и я перехожу на резинку 1 на 1. Здесь вначале мы вязали 4 ряда, но один у нас перекрученный, поэтому помните, как мы набирали, поэтому здесь у нас будет 3 ряда и ряд закрытия петель. Так, вот это у меня третий ряд, я его здесь вот цепляю прям за верх, вот так вот хорошенечко. Вот. И закрываю петли. Здесь смотрим по узору, значит, здесь у нас изнаночная, я, значит, провязываю 2 петли вместе изнаночной, далее лицевая, провязываю лицевой, так далее, последняя петля, обрезаем, и вот здесь вот у нас нить набора, мы их связываем, вот эти две ниточки соединяем вот таким вот образом. Я, по-моему, где-то ушла мимо камеры, девчонки, кажется. Я очень надеюсь, что там все видно. Так, нить за продеваем вовнутрь. Так, все, мои хорошие, вот так вот это выглядит. Еще оно усядет, уляжется, ну что, будет отлично. Значит, вот такие вот у нас сегодня носки с вами вяжем. Симпатюлечки. У нас же не только Новый год, подарки на Новый год. У нас еще на носу День Святого Валентина. Все.
На сегодня, девчонки, все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!